Друзья, ребята, команда, всех приветствую. Сегодня 16 февраля. Сегодняшнюю планерку я проведу именно в плане технической. Заявлена тема трафик в бота, в автоворонку. И давайте, наверное, сразу мы начнем. Тема важная, нужная. И хочу напомнить, ребята, что мы получаем партнеров в наш бизнес двумя способами. Первый – это классика, список звонков встречи. Она дает деньги сегодня, сейчас, прям мгновенно, быстрые деньги. Да? Но если вы хотите дополнительно еще дать направление именно с соцсетей, с Ютуба, с Телеграма, с платной рекламы, то вот эту историю сейчас хочу вам именно показать. Поэтому, так, запись я включил, и мы начинаем. Друзья, включаю демонстрацию экрана. И погнали. Покажу все это на примере аккаунта Жениса. Женис сегодня не сможет быть, потому что у него там семейные мероприятия, и он сегодня занят своими делами. Поэтому сегодня у нас чисто техническая школа. Друзья, как видно мой экран, дайте мне, ребята, обратную связь. Видно ли мой экран? Видно, видно. И слышно ли меня, ребята? Да, слышно. Так, замечательно, все хорошо. Друзья, смотрите, вот пример аккаунта Жениса. Так, это так. Вот, например, сегодня, да, к нему пришел партнер. Вот вы видите, по вашей ссылке перешел Рустам. Откуда он пришел? То есть я тестово запустил на этот аккаунт рекламу. Рекламу запустил в чатах. Есть чат, он называется, он называется VIP-реклама. Давайте VIP-реклама. И VIP-реклама. Так, вот она, крутится здесь реклама. Вот такой пост я запустил. И с него, скорее всего, в 12:39 я сегодня запустил, и с него пришел партнер. Ну, не партнер, а просто лид, теплый лид. Его заинтересовал чек. Здесь вот, да, показываю чеки. Текст продающий идет здесь вот. И внизу ссылка на бота. Переходит человек на бота сразу же. То есть вот, вот такой сервис, таких сервисов много в интернете. VIP-реклама, каналы, группы. Здесь очень много сетевиков дают свою рекламу. Наши коллеги по цеху, разные эти, ну, можете посмотреть, можете брать идеи для ваших постов, картинки, посты, копирайтинг, все это можете здесь смотреть, и таких очень много постов. То есть, что я сейчас хочу сделать? Смотрите, я сейчас беру и захожу в своего бота. Кому нужна будет поддержка по этому боту, это делается через рекламного бота. Здесь есть своя реферальная система. Вот, например, я зарегистрировался под пригласительным от Алексея. Вот моя реферальная ссылочка. Если вам нужен этот сервис, то я вам покажу, как на нем работать. Дам готовые посты, дам чаты, куда вы можете рекламу давать. Ну, если что, мне в личку напишите, одним словом. И мне приятно будет, и вы получите большую пользу. А здесь небольшая рефералочка в виде клонов. То есть, и вот таким вот образом мы можем скооперироваться. Ребят, смотрите, вот он бот рекламный. И как мы можем здесь сдать рекламу? То есть, вот я уже отправлял посты. Сейчас давайте в этот пост я скопирую. Заново покажу, как эта реклама делается. То есть, так. Здесь раз в 5 часов вы можете рекламу делать. Ну, у меня здесь еще один аккаунт есть. Так, вот он. И вот на примере этого аккаунта я вам сейчас покажу. То есть заходим в раздел «Мои объявления». Так, нажимаем «Добавить объявление». Максимально введите название объявления. Ну, давайте я сейчас введу название объявления. Так, вот, время пришло, читай внимательно. Не больше 50 символов должно быть. Вот, отправляю. Далее он просит, введите рекламный текст. Завожу рекламный текст. Отправляю. Так, и теперь введите URL-ссылку. Заходим в нашего бота. Заходите в раздел «Инструменты». Реферальная ссылка. Копируем реферальную ссылочку.
обратно возвращаюсь в рекламного бота, сюда вставляю, нажимаю Enter, и он просит отправить фото для объявления. Оно у меня готово в разделе загрузки. Так, чеки, вот этот снимок я беру, изображение, и отправляю. Все. То есть там должно быть, что галочка «Сжать изображение» должна быть. Вот оно, наше объявление. И нажимаю «Да, я его хочу разместить». Все, реклама ушла. И мы можем зайти вот в наш рекламный чат, опускаясь вниз. И вот оно, наше объявление. Видите, да? Этот фото. Выбираете, чтобы со смыслом было, чтобы результат был, деньги. Деньги все любят. Текст не просто на отвали, да, первый попавшийся с интернета, а именно можете сами сделать, или такой продающий, где есть деньги, где есть действия, где есть результат. Потом текст один в один не делайте, если вы все мой пост скопируете и поставите, забанят и мой аккаунт, и ваши аккаунты тоже могут быть забанены, и ваши посты. Поэтому немножко модернизируйте, меняйте его, текста, усиливайте, лучше делайте, и внизу вставляете ссылочку, нажимаем, и вы переходите, видите, в бота. Вот таким вот образом вы начинаете собирать себе партнеров. Вот 6 просмотров. Вот сейчас разместил. И вы можете видеть статистику. Вот здесь вот 6 просмотров. Можете выше посерфить ленту. Там, да, вот ваши, наши коллеги по цеху, вот какой-то проект рекламируют. Здесь 32 просмотра. И вот так вот серфите ленту выше. Здесь 25 просмотров, то есть здесь 30 просмотров. И вот таким вот образом, да, ребята, вы в этом сервисе VIP-рекламы можете давать рекламу 5 раз. Так, вот смотрите, объявление 1 раз в 5 часов. То есть за сутки 4 раза вы можете спокойненько давать ваше объявление. И вот таким вот образом вы делаете себе трафик. Здесь есть раздел «Мои партнеры», нажимаете сюда. И вот я тестово, прежде чем дать этот сервис, проверил его на себе, на дополнительном аккаунте зарегистрировался по ссылке основной. И вот так, это мой дополнительный аккаунт. То есть вы можете здесь видеть вашу команду. Так, зайду сюда. VIP-реклама. Так, давайте наберу здесь. VIP-реклама. Вот. Так. Вот мои партнеры. Прилетает файл с вашими партнерами, и здесь, в принципе, если вы дальше будете пользоваться этим сервисом, заходите в раздел «Настройки», здесь будет, например, если вы по моей ссылке зайдете «Алтай Алим», написано «Пригласитель дата», так, и реферальная ссылочка. То есть оплату лучше всего делать через Payeer, очень удобно. Для того, чтобы нажать «Активировать бота», вам что нужно сделать? Вам нужно зайти в раздел Так. Продвижение. Здесь, получается, их рекламные ролики. Заходим в раздел «Кошелек». Вот сюда вот заходим в раздел «Кошелек». Пополняем. Нажимаем на раздел «Пополнить баланс». И вылетает Payeer и U-Money, Яндекс в прошлом. Нажимаете Payeer, и вас перекидывает уже. Напишите сумму. Здесь минимальная сумма в месяц 240 рублей. Заполняете, вас перекидывает на Payeer. Как вы пополнили свой кошелек, вы заходите обратно. Так, давайте я сейчас все это очистить, удалить. Заново запускаю через команду slash start. Любой бот запускается через эту команду. И захожу в раздел кошелек. После того, как вы пополнили на 240 рублей, вам нужно оплатить доступ. Вот на эту кнопку нажимаете. Оплатить. Сначала вы пополняете кабинет, потом нажимаете «Оплатить доступ». Да? Нажимаете «Оплатить доступ» и нажимаете на 240 рублей. Ну, нажимаете на кнопку VIP 240 рублей. То есть, когда у вас на балансе 240 рублей, нажимаете на эту кнопочку, и с вас автоматически списывается. Вот и все, ребята. В принципе, вот первый вид платного трафика – это именно через вот этого бота. И зайдем в кабинет Жениса. Давайте, так, я сейчас здесь зайду в раздел «Моя команда».
Неактивированные партнеры. Вот смотрите, то есть смотрите, у него активных партнеров, вы видите, давайте первая линия, 24 партнера. Так, и выбираем неактивированных. Ну, неактивированных много здесь. Если, значит, человек 30, да, суммарно. Может, больше, может, меньше. Ну, вот я вижу. Так, вот эти вот все партнеры, основная масса партнеров, они пришли с Ютуба и они пришли с Телеграма, ребята. Вот Рустам, про которого я говорил, который сегодня залетел. Вчера вот этот парень залетел, тоже без опознавательных знаков. Да, непонятно. 6. Так, Рустам, у него нету, как его, никнейма. Алсу тоже, походу, нет никнейма. Виталий, Пырьев, так, Сергей, Абдулов, так, Страврус. Вот такие вот ребята к вам будут приходить. Ваша задача с ними общаться. Единственное, ребята, ни в коем случае не общайтесь с ними со своего основного аккаунта. Первым не пишите, потому что бан аккаунта можете поймать. И вот они, неактивные партнеры. Вот этих ребят нужно прогревать. То есть, что нужно сделать? Нужно в первую очередь нам купить Telegram-аккаунт. Надо что сделать? Так, давайте зайду сейчас в свой Payeer. Так, у меня на балансе $10. Давайте зайду на биржу. Обменяю сейчас на рубли, потому что нужны будут рубли для покупки Telegram-аккаунта. Заходим в раздел «Биржа». Здесь раздел «OLD» есть. Вот сюда вот нажимаем «OLD». Так, дальше. Захожу, так, мне нужны рубли, раздел рубли, здесь доллары, и давайте я продам, сколько у меня, $10, да, я отдаю $10, так, и курс, ну, сделаю 73, чтобы быстрее продалось, и нажимаю продать. Захожу в раздел баланс, и вижу, вот здесь вот у меня на 50 было, и еще 730 рублей прилетело. Что мы делаем дальше? Есть отличный сервис, который называется «Удеда». Он называется «Удеда», вот этот сайт. И здесь вы можете купить Telegram-аккаунты. Потому что, опять повторюсь, ребята, с чужим людям не пишите со своего основного аккаунта ни в коем случае. Пишем только с дополнительных аккаунтов. И я сейчас скажу вам, как вы можете купить на сервисе. Вот он, сервис «Удеда», и вот на этом сервисе вы можете купить себе виртуальные Telegram-аккаунты. Так, заходим, смотрим, какие здесь у нас есть. Вот по 29 рублей есть, так, аккаунты женские с отлежкой 1 месяц. Ну, отлично, нажимаем на кнопку «Купить». Так, давайте ML свой поставлю. Количество, минимальное количество 5 штук. Так, выбрать нужно будет систему оплаты. Я выберу систему оплаты, мне удобнее Payeer. 145 рублей. Если что, на вашу почту придет после оплаты ваши 5 аккаунтов. Так, дальше нажимаем. Так. Перейти к оплате. Обязательно нужно будет просмотреть инструкцию, ребята. Открыть ссылку в новом окне. Открываем здесь инструкцию, как покупаются аккаунты. Так. Киви, все остальное. Так, возвращаемся, нажимаем на перейти к оплате. 145 рублей, номер заказа такой-то, кошелек такой-то. Так, и нажимаем так. Так. Выбираем аккаунт. И вот на этот кошелек, ребята, смотрите, мне нужно будет сейчас отправить 145 рублей. Обязательно нужно будет указать примечание в этот номер, код 2479, в конце на 25 заканчивается. Возвращаюсь в Telegram, возвращаюсь в Payeer, нажимаю «Вывести», оплачиваю 145 рублей, так, поставил. 145 рублей, и надо будет обязательно указать вот этот вот код. Захожу в раздел «Примечания». Так, где у нас здесь комментарии? Так, вот в раздел «Комментарии» вставляем вот этот вот код.
То есть проверяем, правильно ли указан кошелек, сумму. Обязательно указываем код, который они просят, вот этот вот в примечании. И далее уже начинаю, нажимаю оплатить. Все, перевод успешно выполнен. Все четко. Возвращаемся в этот сервис и нажимаем проверить оплату. Вот на эту синюю кнопку нажимаете. И видите, перейдите по ссылке для получения товара. Вот здесь вот получается, вот она ваша ссылочка. Нажимаем на нее. Нас перекидывает. Так. И давайте я в разделе загрузки сохраню вот этот файл текстовый. Сохранить. Далее. Открываю его. И вот они, ребята, Telegram-аккаунты. Они будут именно в этом виде. Пусть вас это не шокирует. Мы просто что делаем? Мы его копируем. Вот первый файл. То есть мы купили 5 Telegram-аккаунтов. Например, я первый аккаунт копирую, ссылочку, иду в браузер, любой Chrome или Яндекс, и вставляю сюда. Так, сейчас он откроется. Что нужно будет сделать? Нужно будет его... Так. Сохранить. Так, давайте я сохраню его. Для этого я отдельно сделал аккаунт на рабочем столе. Он называется Aki. Вот туда вот сейчас сохраню. И нужно будет этот аккаунт сейчас распаковать. Так, захожу в папку аккаунты. И правой кнопкой мыши просто извлечь в эту же папку. Все, два раза нажимаем на него. Вот он, наш номер. Так, и здесь надо обязательно прочитать вот эту инструкцию. Нажимаете на нее два раза и читаем инструкцию. Необходимо скачать новую версию Portable. Сейчас покажу ее, где и как скачивать. Да, скачанный файл забросить в папку. Так. И запускаете, пользуясь аккаунтом. То есть, что мы делаем? Вот у нас ссылочка на Telegram Portable. Ее копируем. Возвращаемся в раздел в браузер. Вставляем ее и скачиваем. Так, ждем. То есть вы можете зайти в раздел. Давайте, у меня здесь готовая есть уже инструкция. Заходите на сайт desktoptelegram.org. Вот он, вот этот сайт. Он что-то здесь тормозит, не удается. Ну, давайте зайдем вот по этой ссылочке. desktoptelegram.org. Сюда заходите и скачиваете, ребята, вот эту portable версию. Вот эту portable версию вы скачиваете. Нажимаете «Скачать», то есть она у меня уже скачана. Вот и так, давайте загрузить заново. И, например, я ее скачиваю на загрузке «Сохранить». Все, вы этот скачиваете, после того, как вы скачали, он у вас будет в виде вот такого файла. Так, захожу в раздел аккаунты, он будет в виде вот такого файла TR, T-Portable, нажимаете правой кнопкой мыши, извлечь в эту же папку. Извлекаем. Далее, вот мы видим, вот эти вот файлы можете уже удалить, они не нужны нам. Открываете T-Portable, снова открываете. И вот этот файл Telegram X, его надо скачать, скопировать. Нажимаете правой кнопкой мыши «Копировать» или Ctrl-C. Скопировали. Возвращаемся в наши аккаунты. Вот сюда вот. И сюда мы ее вставляем. Так, в принципе, мы ее можем, по-моему, и сюда вставить. Так, открываю здесь. И сюда вставляем. Подзагружаются, и теперь мы активируем наш Telegram-аккаунт. Нажимаете на него два раза и запускаем наш Telegram
новый купленный Telegram-аккаунт. Ждем. И вот запустился наш Telegram-аккаунт новый. Смотрим. Мишель Мейер. Так, нас это не устраивает. Что мы делаем? Заходим в раздел «Сеттинг». Меняем на русский язык. Нажимаем «Русский язык». Окей. Telegram сейчас исчезнет и будет перезагружаться в течение минуты. Ждем. Так, вот он появился уже в русской версии. Что я вам рекомендую сделать в первую очередь? Вам в первую очередь нужно будет сделать определенные настройки. Я бы, конечно, в первую очередь поменял бы название. Так как мы будем работать от своего имени, заходим в раздел «Настройки», «Изменить профиль». Так, меняю фотографию, файл, захожу. Так, у меня на рабочем столе есть мои аккаунты. Фото для соцсетей. И, например, давайте я оставлю свое фото. В первую очередь установить фотографию. Дальше я меняю имя. Ставлю имя Алтай Алим. Так, есть. Сохранить. И что мы делаем? Так. Номер телефона вы видите, 62. И нужно обязательно поставить имя юзернейма. Выбрать юзернейм. И, например, давайте я напишу здесь Алтай, 524. Такой аккаунт существует, пользовательский, сохранить, все. То есть я создал буквально за минуту, быстренько оформил. И что нужно сделать? Нам нужно будет зайти в настройки. И здесь вы видите, что кроме моей фотографии, еще есть фотография вот этой девушки. Вот ее надо удалить. Просто нажимаете на вот эту стрелку, правая кнопка мыши «Удалить», «Удалить фото». Да, чтобы ничего лишнего не было. То есть вы строите бизнес в соцсетях, и все четко должно быть. Классную фотографию, ни кошки, ни мышки, ни изображение какого-то дрона или чего-то, а именно робота, а именно свою фотографию хорошую, классную. Продумываете аватар свой, никнейм, и дальше еще можете зайти. Так, что вы можете еще сделать? В принципе, вы можете зайти в раздел «Конфиденциальность» и обязательно поставьте двухфактурную аутентификацию, чтобы не угнали ваш аккаунт, ставите защиту. То есть вот просто набираете, например, и здесь повторяете. Пароль, который вы не забудете, запишите его и нажимаете «Продолжить». Подсказка для пароля «Пропустить». Укажите почту для восстановления. Ну, учитывая то, что это рабочий аккаунт, почту для восстановления не буду указывать без email. Да, без email. Так, и все. То есть вот я включил двухфактурную аутентификацию. Это минималка, что нужно сделать обязательно на своем Telegram-аккаунте. Также вы можете здесь зайти в настройки. И что еще можно будет сделать? Ну, в принципе, можем зайти в продвинутые настройки. Так, здесь ничего не делаем. Конфиденциальность, вы можете здесь, чтобы не видели вашу активность. Кто видит время последнего входа, ставите «Никто», «Сохранить», «Продолжить». Дальше вы можете, чтобы вам никто не звонил. Да, могут быть люди, которые вам будут бомбить, звонить, ставите «Никто». То есть, и, например, еще можете поставить номер телефона, чтобы вас тоже никто не видел. У вас там стоит индонезийский номер, на 62 начинается. Но не нужно, чтобы ваш номер видели. Ставите «Никто» и нажимаете «Сохранить». Дальше. Чтобы вас никто не добавлял в группы, в каналы. Я рекомендую оставить, чтобы вас добавляли в разные группы. Это хорошо, потому что вы сразу попадаете в те группы, где ваша аудитория. Сетевики, инвестора. То есть вот это здесь не ставьте запрет, ребята. Пусть остается как есть. Вот этого, в принципе, вот достаточно. Мы сейчас вот сделали Telegram-аккаунт, и вот таким вот образом вы спокойненько, запросто делаете другие аккаунты. Вот второй аккаунт. Тоже копирую, захожу в раздел в браузер, скачиваю в раздел в папку, делаете аккаунты Telegram, например, заходим на рабочем столе, у нас есть
наша папка «Аккаунты». И пусть она здесь сохранится. Второй аккаунт. Сохранить. Все. То есть мы сохранили, обратно возвращаемся в нашу папку «Аккаунты» и видим. Давайте в этот аккаунт переименуем. Так, он у нас открытый, он, скорее всего, не переименуется. Ну, распаковываем вот этот второй аккаунт. Правой кнопкой мыши делаем «Извлечь». Извлекли. И что мы делаем дальше? То есть, так, «ФВ», нажимаем. Нам что нужно сделать? Нам нужно обратно даже вот в этот аккаунт поставить наш Telegram. Копируем этот файл. Портейбловски скопировать или нажимаете правой кнопкой мыши копировать, обратно возвращаетесь во второй аккаунт, вот сюда вот заходите второй раз и вот сюда вот где тогда где вот это все, вот где вот папка тогда, то сюда просто вставляете правой кнопкой мыши и нажимаете вставить. Все, вы сюда вставили Telegram аккаунт, он подтянулись все файлы и теперь Telegram уже видит, надо открыть этот номер. И нажимаете на Telegram X два раза, и у вас открывается второй Telegram аккаунт. И вот таким вот образом вы можете создавать Telegram аккаунты. Единственное, в день не создавайте больше 2-3 аккаунтов. Telegram все видит, и если вы много Telegram аккаунтов сделаете, вы можете просто попасть в бан. Поэтому что вы делаете? Обратно заходите. Мы здесь видим Peggy Flores, девочка. Англоязычная. Так, нажимаем раздел Setting, делаем перевод на русский язык, чтобы аккаунт был на русском языке. То же самое повторяем, ребята, один в один. Напоминаю, в день не больше 2 аккаунтов. И дайте им отлежку дней 7, 8, 10 дней, чтобы они отлежались. То есть это свежерожденные, свежереги, так называемые, поэтому здесь поаккуратнее. И делайте то же самое. Настройки. Заходите, изменить профиль. Также меняете свое фото. Так, файл. И, например, поставим уже другое фото. Так, заходим. Фото для соцсетей. И поставим фотографию. Так, вот так вот сделаем. Установить фотографию. Так, установить, подвигает чуть-чуть, ну, так, все четко, заходим, настройки, так, здесь просто нажимаем удалить, оставляем, так, стоп, файл, давайте заново, так, все, установить фото. Поставили фотографию. Так, не хочет. Давайте. А, все, подгрузилось. Все, оказывается, притормаживает. И сразу же, ребята, меняете здесь имя. Ставите свое. Так. Также пишем. Сохранить. Так, и здесь выбираете юзернейм. Алим. 720, например, да? 725. Сохранить. Все. Вы минимальные настройки сделали. И что вы можете сделать? Обратно заходите в раздел «Настройки», «Конфиденциальность». Поставьте обязательно 2F-ку. Нажимаете, ставите «Создать пароль» и ставите двухфакторную аутентификацию. Чтобы закрепить уже урок, просто показываю на примере 2 аккаунтов, чтобы вы потом уже не говорили, я не знаю, как создать аккаунт, так, email нам не нужен. Все, полностью мы включили 2F-ку, ваш аккаунт уже никто не угонит, потому что ваш пароль никто не знает. Заходим в раздел «Конфиденциальность». Так, и здесь что мы сделаем? 2F-ка у нас стоит. И также последняя активность. Никто не видит. Сохранить. Продолжить. Дальше. Так. Так, так, так. Звонки вам никто не может позвонить, сохранить. И давайте номер телефона ваш тоже никто не видит. Нажимаем сохранить. Все, ваши 2 аккаунта созданы. То есть вы буквально сейчас
используя вот этот сервис, магазин у деда, спокойненько приобрели здесь, ребята, аккаунты. Что теперь вам нужно сделать? Вы для удобства можете вот эти аккаунты перенести к себе в телефон. Просто что вы делаете? В телефоне, особенно на андроиде, вы можете создавать, там, нажимаете кнопку «Добавить аккаунт» и просто вот этот номер телефона, который у вас есть, плюс 62-812, вот это все заводите в разделе «Телефон», отправить код. Код приходит к вам на десктоп, сюда, на компьютер приходит. И потом вы переносите этот аккаунт на мобильный телефон, ребята, для удобства. Я надеюсь, вам все правильно, четко объяснил. И теперь вы можете спокойненько, вот у вас уже есть аккаунт. Смотрите, вот есть дополнительные аккаунты, и вы теперь с этих аккаунтов можете спокойненько писать этим людям. Например, берете вот Алтын, да, берете ее никнейм, копировать ссылку, идете в ваш свежесозданный, опять же, рекомендую в первые дни с него ничего не писать. Тем более, я просто как пример показываю, что этот аккаунт у вас уже прошел отлежку, и вы начинаете с него работать. Даже если вы его потеряете, ничего страшного. У вас есть папка «Избранная». Вот с этой папкой часто работаете. Вот ваш первый партнер, который к вам пришел в бота. И вы нажимаете и добавляете Алтын к себе в контакты. Добавили. И потом уже пишете «Алтын, добрый день». Так, вот. «Алтын». Добрый день, например, да, или привет. И делаете здесь уже первое касание. Если человек на вас сам не выходит, добрый день, вас, так, вы, например, пишите, активировали моего бота. И какой-нибудь смайлик, да, какой-нибудь смайлик, и пишите «помогу», сразу показывайте, что, чем вы можете помочь. «Помогу вам, например, настроить поток партнеров, да, в бизнес». И там уже пишите «помогу вам настроить поток партнеров», и то есть вы активировали моего бота, пишите, например, вижу, что вам интересна тема заработка в интернет и автоматизация. И дальше вы уже накидываете, да, свою историю, чем вы можете помочь. Но сильно большого не делайте. Да, то есть пишите и спокойненько, там, давайте в этот шаблон, как, эти шаблоны себе сохраните. Так, вот у вас, например, есть папка «Инструкция» в текстовом файле, и сюда вот сделайте, например, папку такую «Скрипты», чтобы они всегда под рукой были, чтобы вам не писать, вот, и просто сохраняете, оно всегда у вас под рукой. Все, сохранили и отправляете. Все, человек получил. Да, берете следующего, например, да, вот мы этого проработали, вот Елена, например, да, Тарасова, то есть тоже копируем, как пример, заходим во второй аккаунт или в тот же аккаунт, без разницы, но этот свежий аккаунт, я с него часто не хочу писать, ребята, как пример, делайте те же самые вещи, заходите в папку «Избранное», вставляете данные этого человека, нажимаете, активируете его, добавляете в контакты. Так. Добавить контакт. Готово. И также заходите. Вот уже есть ваш шаблон. И пишите. Елена. Там, добрый день. Все такое, тра-та-та, короче. Вот таким вот образом отправляете. Видите? Все очень просто. Ну, давайте я это сейчас все удалю, просто как тестово вам показывал, как вы работаете с теплым графиком. Вот к вам приходят люди.
Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. 27 человек у вас вот именно в разделе неактивированные партнеры. И с их нужно, с ними нужно общаться. Я Женя сознаю, что он не будет свою энергию, время тратить на этих людей. Если они сами не выходят, он на них сами не будет выходить. Но вы, в принципе, учитывая то, что вы просили именно автоматизацию, трафик, вот так вот, да, бот свою задачу сделал. Бот, как только человек нажимает на эту кнопку, например, показываю всю связку, да, вот вы зашли в VIP, да, вот она, наша реклама крутится здесь. Вот вы зашли, вот она, наша реклама. Так, ух ты, сколько здесь уже объявлений прилетело. Мы буквально, вот она, наша реклама. Человек смотрит, 20 просмотров. Человек зашел, сразу же бот, смотрите, сразу же бот сделает захват контакта. И начинается история. Видите, заходим к Женису, и мы видим, что здесь. Так, здесь мы ничего не видим. А давайте мы сделаем, знаете как? Мы, например, сейчас вот я зайду, так, я копирую. Так, давайте я скопирую этот VIP-чат. Копировать ссылку и, например, закину сюда в папку «Избранное». Сюда, и мы давайте зайдем в этот VIP-чат. Так. И так, так, так. Нажимаю «Подписаться» обязательно. Так, и давайте перейдем по нашей ссылочке. И здесь, например, я переименую. Так, давайте я здесь переименую. Здесь изменить профиль. Напишу здесь. Так. Серик. Все. Сохранить. Например, просто, да, чтобы для эксперимента. И сейчас мы переходим по нашей рекламе. Поднимаюсь выше. Вот она, наша реклама. С нового аккаунта нажимаю «Перейти». Человек что видит? Он видит, что может делать этот бот. И здесь продающий текст. В современном мире это уже давно никого не увидишь просто маркетингом. Money Magnet – это не просто уникальный маркетинг, но и система, где каждый партнер может построить команду. Становясь партнером за $15, вот нажимаем «Запустить». И видите, мы сейчас перейдем в аккаунт Дженниса. Мы видим, что вот бот свое дело сделал. Он сделал захват контакта. Вот он. Да? По вашей ссылке перешел человек. Он сделал, и все. Ваша задача тебе дальше с ним работать. Нажимаете. Все. Добавляете себе в контакт. И начинаете уже с ним общаться. Общаетесь, прогреваете. С основного аккаунта ни в коем случае это не делайте, ребята. Только заходите, да, берете, копируете ссылку, заходите в свой дополнительный аккаунт, через папку «Избранное» здесь вставляете и нажимаете. Все, и дальше начинается ваша переписка, общение. В этот момент, ребята, есть ли понимание? Давайте я сейчас обратную связь у вас возьму. Есть ли у вас понимание, то есть буквально в короткую, потом дальше пойдем, потому что очень много нужно вам дать. Прям, но эта тема трафика, она огромная, о ней можно часами и сутками могут говорить. Но вот есть ли понимание вот простых вещей, как делать телеграм-аккаунт и как вы можете запустить простые методы получения, дешевые методы получения партнеров? Добрый день. Ну, в принципе, понимание есть. Запись будет. Просто пошагово нужно сделать и посмотреть, что получится. Я думаю, получится. Все, хорошо, здорово. Идем дальше, друзья. Самое простое, то, что я вам показывал, это YouTube-канал. Самая простая связка, где вы можете получать партнеров и получать трафик бесплатно, без денег, это через YouTube-канал. Вот. На примере мой YouTube-канал, здесь всего 1500 подписчиков, без накруток, без ничего, просто каждый день выкладываю видео. Каждый день выкладываю видео, и эти видео, они начинают приносить партнеров. То, что я вам много раз уже говорил, до этого мы качали Ubuntu, здесь тоже очень много просмотров. То есть, и
и веду канал, и эти партнеры смотрят. Кто-то, кому-то нравится проект Ubuntu, они здесь. Потом они за мной наблюдают, они говорят, а чем ты занимаешься? Я говорю, да, вот сейчас второй проект взяли. То есть здесь поинтереснее, здесь очень денежно. И эти партнеры потихоньку приходят. То есть YouTube, он не быстро работает, ребята, но он классно работает. Вы показываете заработки, вы показываете разбор маркетинга, обзор кабинета, преимущества. И каждое видео, видите, набирает просмотры. Каждое видео – это как ваш солдатик, который днем и ночью работает. И даже через год это видео будет работать, приносить будет вам партнеров. Люди вас видят настоящего, люди вас видят, что вы профессионал, что вы не боитесь камеры, что вы работаете на людей, что вы даете возможности. Все это показываете. И просто что вы делаете? Например, я захожу в раздел. Например, под каждым моим видео есть ссылочка на бота. Под каждым видео, например, заходим, вот 110 просмотров набрало 4 дня назад, а вот здесь вот стоит ваша ссылочка на вашего телеграм-бота, видите? Подробности смотри в боте. Человек нажимает на бота и попадает, делается захват контакта, открыть приложение, все. И вот таким вот образом партнер запускает бота и происходит захват контакта. Вот таким образом вы собираете свою аудиторию. Ребята, есть ли понимание у вас, что нужно делать и как нужно сделать? Так, давайте я сейчас обновлю. А как заменить там ссылку в YouTube? Привет, Алтай. Заливаете это видео, вот в раздел неактивированный, видите, вот партнер у вас появился. Для того, чтобы заменить ссылку, вам нужно свой YouTube-канал создать. Свой канал создаете, и дальше потом уже просто вот это видео, вот я сейчас, смотрите, скопирую его, захожу в раздел «Мой канал», так, захожу в раздел «Творческая студия», YouTube, и здесь все мои видео. И я сейчас покажу, как вы можете спокойненько поставить свою ссылочку. Сегодня у кого нет YouTube-канала, сделайте YouTube-канал. Обязательно. Алтай, экран не видно. Так, сейчас, секундочку. А что молчите? Столько уже прошло. И... Ой, блин. Все видно. Точно видно или не видно? Видно. Вот нажимаете раздел «Контент». И сюда вставляется. Здесь ваши все видео. Вот я вчера проводил презентацию. Вот здесь вот на три кнопки нажимаете. Вот здесь вот. Изменить название и описание. И сюда в разделе описания оставляю ссылочку на своего бота. Подробности смотри в боте. Вот она. Так, сейчас, секундочку, возьму ссылочку на бота. Так, инструменты. Реферальная ссылка. Ребята, контролируйте микрофоны. Копировать ссылку. Иду сюда. И вставляю ссылочку. Вот, я поставил вот таким вот образом в описании ссылку на бота. Этого достаточно. Это простейшая связка, которая вам дает уже трафик. Каждое видео работает, каждое видео набирает просмотры. Вот второе видео. Так, стратегия выхода на большие... Также здесь, например, вставляю ссылочку на бота. Все, сохранить. Стратегия выхода на платину. Также смотрите, изменить название описания и вставляете. Сохранить. Все. И смотрите, под каждым вашим видео, видите, ссылка есть на бота. Под каждым видео. Вы не замечаете, вы спите, вы занимаетесь своими делами, YouTube работает. YouTube набирает просмотры, и вот так вот вы получаете. Это самое... Простая, самая лайтовая, бесплатная версия через YouTube. Поэтому повторяться не буду. Сделайте YouTube-канал. Ребята, заливайте видео партнеров, свои видео лучше записывайте. Видео с канала официального берите, презентации, обзоры, нарезки делайте и все продвигайте. Вот самая простая, самая быстрая, как вы можете без списка, без звонка, без всего, да, получать трафик. Но с этими людьми надо работать. Хватит ли вашей энергии включить этих людей? Потому что с ними надо общаться. Люди приходят здесь обычно не совсем осознанные. $15 для них это сумма. И надо с ними работать. Вычищать их
скелетов, мух, тараканов, да, убивать, катком ездить по их мозгам, да, вычищать все это, включать их. То есть для этого энергия нужна. И поэтому мы всегда говорим, автоматизацию ботов в последнюю очередь, как элемент может быть, да, но основной должен быть список звонков встречи. Если вы не хотите делать списки, делайте, пилите видос. Записывайте видео, говорите, ребята, крутая тема, вот, и это видео отправляете. Потом дальше связка уже с, непосредственно с апланером. Выводите на апланера, апланер закрывает сделку. Но если вы хотите почувствовать вкус борьбы, если вы хотите ползти через гвозди, то, конечно, тогда уже этот, ребята, вот вам история, делайте эту автоматизацию, делайте посты в соцсетях, платите платную, делайте платную рекламу, много-много лишних действий делайте. Вот тогда, вот, ну, вот эта история с автоматизацией, она не сразу срабатывает, сразу скажу. Потому что вы пока настроите рекламу, пока первые партнеры придут, пока из этих партнеров появится действительно реально стоящий золотой кораблик, это время уйдет, месяц, два месяца, может полгода, я не знаю, от вас уже зависит. Может потом фортанет, и на первой неделе вы уже получите несколько партнеров, и с ними начнете работать. Но вот она, вот он показал связку, как вы, в принципе, используя нашего бота. Ладно, хорошо, ребята, давайте вот то, что у вас есть сегодня, YouTube-канал, ссылка на вашего бота под каждым видео, и делайте дополнительные аккаунты, дайте небольшую отвлёшку и начинайте работать с этими рекламными ботами. Делайте хорошие посты, и, в принципе, там дальше уже... Так, давайте сделаем следующим образом. Наверное, завтра что у нас, пятница? Или в пятницу, или в субботу. Мы на следующей неделе уже проведем второй блок, как получать трафик именно с пиар-чатов. Отдельно покажу, чтобы у вас не было информационного перегруза. Друзья, давайте на этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня, хорошего, удачного, продуктивного дня. И всем пока.